Баннеры с рекламой гостевых домов были обнаружены на проспекте Южной села Витязева. Как выяснилось, конструкции были размещены на муниципальной земле без какого-либо разрешения. Собственникам гостиниц были отправлены уведомления о демонтаже объектов. Однако владельцы проигнорировали предупреждение. В результате хозяева так и не объявились, а два рекламных щита пошли под снос. Как показывает практика, подобных нарушителей становится все больше. Только с начала этого года было демонтировано более 1500 объектов незаконной рекламы. Работы в этом направлении будут продолжены.